Теперь, когда можно сосредоточиться... Выслушай мои слова. Говори. Гнев, что вызывает у тебя твой брат, мне знаком. У тебя есть брат? Его звали Деймос. Когда мы были детьми, его забрали двое богов, одержимых пророчеством. Боги моей родины мало кого оставляли в живых. О том, что он не погиб, я узнал слишком поздно. Гнев настроил его против меня. Но я не переставал любить его. Привет всем, это Soul Mantra. И я начну рассказ про Деймоса, брата Кратоса. Деймос — это младший брат Кратоса, сын Зевса и смертной женщины Каллисто. Еще очень давно, когда Кратос и Деймос были мальчиками и тренировались, Афина и Арес, согласно пророчеству Оракула, прибыли в Спарту, чтобы предотвратить пророчество, гласившее, что Олимп свергнет меченый воин. И они по ошибке забрали Деймоса. Мать рассказала Кратосу, что Деймос мертв, и так он думал. Но по итогу оказалось, что его брат был очень долгое время в заточении в царстве смерти у Танатоса, бога смерти. Кратос нашел брата, но Деймос его возненавидел за то, что тот его бросил. Они схлестнулись в ожесточенной битве, где Кратос поддался Деймосу. И Деймос в итоге простил Кратоса. Они вместе сражались с Танатосом. Но он нанес ему смертельный удар, за что Кратос пылал от ярости и уничтожил бога смерти. Вот так погиб Деймос, как настоящий спартанец в бою.